Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Я вас читаю». Посвящается поэтам, которых читаю и обожаю. Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Я читаю ваш достойный стих. Кажется, я не дышу при этом, и весь мир, мне кажется, притих. Отдавая дань стихам поэта, они, как дива в кружева, отдают любовь свою открыто, и в своих восторженных словах прославляют песни все, что спеты. Так уютно и тепло от слов, повторяю этот слог поэта. Там она, волшебная любовь, мой поклон ей не один за это. Так уютно и тепло от слов, повторяю это слово поэта. Там она, волшебная любовь, мой поклон ей не один за это. Вяжем кружево из ярких слов, не желая говорить жмато. Многие читают строчки вновь, так торжественно и так желанно. Я читаю ваш достойный стих. Кажется, я не дышу при этом, и весь мир, мне кажется, притих. Отдавая дань стихам поэта. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Я вас читаю». Стихи Вероны Шумиловой.